Без 27. Поехали.
padre, pándame nada. Проходила мимо женщина, сказала, что в городе такая духотища. Вот именно этими словами я и хотел закончить свой сегодняшний маршрут. В городе духотища. Ливануло бы. Вот было бы хорошо. Что он за лесами ставил, походу, этот дом. Это новый. Ну, в смысле, ремонт. Да, точняк. Леса были вот здесь, я помню. Я аж по ним ходил миллион раз. Вот, нареставрировали. И вот, получается, и следующий. Точно. И рубрика под названием «У меня новый рюкзак».